Мы сегодня поговорим о третьей серии второго сезона сериала «Исправление наказания». Что же там у нас было интересного? Алена хочет обучить заключенных добру на уровне рефлексов. Никому не нравится новая система, но они жалеют Неверову из-за ситуации с Иваном. Узнав об этом, героиня становится еще строже. И вообще, честно говоря, становится просто каким-то жесточайшим диктатором. То есть они повторяют огромное количество раз, типа «идеальный день». То есть идеальный подъем, идеальное заправление кровати, идеальное умывание, чистка зубов, идеальная песня, идеальная улыбка. Все, что должно быть идеальное, чтобы никто не проронил грусти, скажем так. Все было на улыбке, на позитиве. Естественно, большинству людей все это не нравится, но мало кто готов высказаться. Вот. И на самом деле, конечно, все у них идет, скажем так, не очень-то хорошо. Вот. Какие проблемы у них возникают? Ну, например, Константин. Константин готов высказаться. Константин говорит, что так, мол, и так. Что-то ты, Аленочка, совсем с ума сошла. Хватит это терпеть, пойдемте уже кушать в столовую. Ну, я так мягко выражаясь, озвучил Константина. Он почему-то прикидывается, я уже, честно говоря, подзабыл, хромым, больным и так далее. И, собственно, тоже должен быть идеальным больным, образцово-показательным, скажем так. Тем более, вроде как должны в скором времени направить нового начальника колонии. Возможно, еще к этому она готовится, но больше, конечно, таким образом она, наверное, переживает за, собственно, свое расставание с Иваном. И, честно говоря, здесь она показывает себя просто какой-то невероятной сумасшедшей бабой. Вот так я, пожалуй, выражусь. Ну, потому что она прям жесткий диктатор. Она даже взяла пушку в руки, потому что там была легкая попытка бунта. Люди хотели просто поесть, им надоело повторять одно и то же. Вот, и, соответственно, она взяла пушку, чтобы это все успокоить. В итоге успокоила, в итоге все стали заново все это повторять. И вроде почти все идеально сделали, но что пошло не так, и опять они начали заново. Короче, день, по сути, постарались сделать идеальным, но идеальным он не получился. Специфическая, честно говоря, серия. Пожалуй, оценю ее на 5,5 баллов из 10. Специфическая, что-то мне не особо зашла. Жду ваше мнение в комментариях. Также, пожалуйста, поделитесь этим роликом с своими друзьями. Поддержите нас финансово по ссылке в описании, либо оформите спонсорскую подписку на наш канал. Огромное спасибо за ваше внимание. Также, пожалуйста, подпишитесь на все наши другие каналы, другие соцсети, все ссылочки есть в описании. Тем более в связи с блокировками, в связи с замедлением того же самого Ютуба, вообще в целом интернета, возможно, каких-то еще соцсетей. В общем, подписывайтесь везде, все ссылочки есть в описании. Огромное спасибо за ваше внимание.